Lenovo IdeaPad S540-14API. Бюджетный мультимедийный ноутбук с высокой производительностью. В комплекте с ноутбуком идет блок питания и документация. Данная модель выполнена в сером матовом корпусе, под крышкой находится большой тачпад и островная клавиатура без цифрового блока с подсветкой двух видов яркости. Чуть ниже клавиатуры расположился удобный сканер отпечатка пальцев. Устройство обладает диагональю 14 дюймов, сенсорным глянцевым дисплеем с разрешением 1920 на 1080 пикселей и матрицей IPS. Весит ноутбук всего 1,5 кг при толщине 16 мм. Фронтальная камера традиционно находится в верхней рамке. На левой стороне ноутбука разместился разъем питания, порт HDMI, разъем USB Type-C. На правой стороне есть картридер и два порта USB. Ноутбук работает на базе процессора AMD Ryzen 5, а за графику отвечает интегрированное видеоядро AMD Vega 8. Емкость оперативной памяти составляет 8 ГБ. Также в устройство встроен SSD накопитель на 512 ГБ. Принимая во внимание эти характеристики, можно предположить, что данная модель Lenovo IdeaPad потянет не слишком требовательные игры, вроде Overwatch или CS:GO. За охлаждение ноутбука отвечают вентиляторы двойного действия и улучшенная конструкция корпуса, поэтому устройство не перегревается во время работы. Более того, оно почти не шумит, благодаря тихой и сбалансированной работе системы охлаждения. Максимальное время работы ноутбука в автономном режиме составляет до 9 часов. Если вам будет этого не хватать, то специальная технология Rapid Charge за 15 минут зарядки обеспечит вам еще 2 часа работы. Этот ноутбук от компании Lenovo не только приятен своими габаритами, но и вызывает интерес наличием на борту производительного процессора Ryzen и вместительного SSD. Он подойдет для просмотра видеоконтента, работы в графических редакторах благодаря своей яркой IPS-матрице и даже для нетребовательных игр.